21 июля 2022 года. Небольшой ролик с улицы Посадской. Идет дождь, какой-то дождливый день сегодня. Это перекресток Посадской, первой Посадской, на которой стою, и Карачевской. Вот там старинный дом такой четкий, желтенький. Это построили относительно недавно. Тоже свеженький относительно дом. Киоск Роспечати. Там школа Калиникова музыкальная. Администрация Заводского района виднеется из красного кирпича. Этот дом тоже относится к школе Калиникова. Торговый центр Посадский. Там вдали перекресток с улицы Комсомольской. Вот такое местечко. Катался на велике. Дождь что-то влил. Думаю, дай установку пережду. Сейчас кончится, домой поеду. Электронное табло работает. Вот такие маршруты. В настоящее время тут, видите, время до ожидания указывается. 9-11 минут. Время 21.07. Вот. Хорошее такое табло. 17 градусов показывает. Что еще сказать, не знаю. Давайте выйдем на перекресток, что ли. Вот киоск Роспечати, продавец требуется. Бабулька какой-нибудь общительная. Продают всякие журналы, газеты. Там секонд-хенд в том магазине. Лазю по дождю. О, колокольня храм Михаила Архангела виднеется из-за крыши. Это улица Карачевская, бывшая Сакты Иванцетти. Видите, дождь идет. Вот магазин гимназистов в старом доме. Там дом, который после пожара я снимал как-то. Ну, в общем, такая видимость. Что еще сказать, не знаю. Сейчас еще немножко поменьше дождь будет и домой поеду. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал Дмитрия Зарла в Яндекс.Дзен, в Рутубе, в Ютубе, в Одноклассниках и ВКонтакте.